Спасибо. Ну а мы приглашаем в школу танца «Атмосфера». Композиция называется «Звездная ночь». Приятного просмотра. Ни дождика, ни снега, ни пасмурного ветра в полночный безоблачный час распахивает небо сверкающие недра для зорких и радостных глаз. Сокровища вселенной мерцают, словно дышат, звенит потихоньку земля. Но есть такие люди, они прекрасно слышат, как звезда звездою говорит. Здравствуй. Здравствуй. Сияешь? Сияю. Который час? 12 примерно. Там на земле в этот час лучше всего видно нас. А как же дети? Дети спят, наверное. Так хорошо от души спят по ночам малыши. Весело спят, кто в люльке, кто в коляске. Пусть им приснится во сне, как на луне, на луне. Лунный медведь вслух читает сказки. Лунный медведь вслух читает сказки. Там высоко, высоко кто-то пролил молоко, и получилась млечная дорога. А вдоль по ней, вдоль по ней, среди жемчужных полей, месяц плывет, как белая пирога. А на луне, на луне, на голубом валуне лунные люди смотрят, глаз не сводя. Как над луной шар голубой, шар земной очень красиво всходит и заходит. Очень красиво всходит и заходит. Звездная ночь. Руководитель получила Мария. Школа танца «Атмосфера». Современный эстрадный танец. Средняя группа.